Я поняла. Тоже открываем шею, да? И челка, я смотрю, как раз удлиненная. Угу. Ну вот, сейчас я вам покажу приблизительно, что это получится. Как это будет выглядеть. Где-то вот так. Ну, отлично. Объем у нас поднимется наверх. Ну, это естественно, потому что мы все это прострижем. Да. И объем поднимется наверх. Сейчас он у вас его нет. Да. Да, откроем шею. Макушку поднимем. Ну, вот, как-то так. Да. Да, я думаю, что вообще прям огонь. И как раз концы у вас посеченные, они все уйдут. Итак, продолжаем свою работу, и у нас в гостях Юля. Юля у нас первый раз, и сегодня мы сделаем ей наше любимое умное каре. Что мы будем делать? Мы откроем шею. Все по нашей схеме. Откроем шею, поднимем затылок, макушку, сделаем немного удлинения к лицу. Все это прострижем по технике умной стрижки и начинаем. Я снимаю. Так. Итак, мы закончили. И смотрим наш результат. Подняли затылок, открыли шею. Такой образ более женственный, нежный. Валя? Ну как, Юля? Я в восторге. Очень круто. Очень красиво, спасибо. А еще мы сейчас накрутим локоны. Freedom Guide, your family group.